Видишь? И вон там наверху. Я лучше в 8-ю квартиру подняться, посмотреть. Там с неба видно. Уходите, сдвигайте. Между окнами ставьте ее. Хорошо. Даже ближе вот к этому окну, чтобы он ближе. Ищет нагрузку и освободить помещение. Вот он. Ну все, потом... Поступило сообщение о том, что обрушилась печь в одной из жилых квартир деревянного двухэтажного дома. Прибыв на место, увидели, что печка, находящаяся на втором этаже, полностью ушла на первый этаж. Квартира на первом этаже не жилая. И сейчас ведутся разборки труб у печек для того, чтобы снизить нагрузку на стены и перекрытия, для того, чтобы обеспечить безопасность проживающих. Также совместно с администрацией округа решался вопрос о расселении жильцов квартиры. Ну, сейчас в процессе решения. И демонтаж также проводится одной из труб печи, которая дала сильные подвижки, для того, чтобы также снизить нагрузку. Территория огорожена. Работают сейчас две службы, Архангельская областная и городская.